Школьники – частые гости Видновской пожарной части. Уже на улице ребят встречают редкие экспонаты ретро-техники разных лет, предназначенные для тушения возгораний. Начиная с 30 апреля, ну и думаю, как минимум до конца мая у нас на территории будет проходить выставка наших образцов ретро-техники. Это два мотоцикла и ретро-автомобиль ЗИС. Детям интересно, жителям интересно, люди едут мимо, останавливаются, детей подводят, все спрашивают, мы рассказываем. После небольшого инструктажа ребята получили брошюры с правилами безопасности и отправились внутрь пожарной части. АЦ КАМАЗ 3,2 тонны перевозит. Вот на данный момент этот мобиль у нас на первом отделении, мы выезжаем на нем. Во время экскурсии дети увидели спасательное оборудование и узнали о принципе работы пожарных машин. Также все желающие смогли примерить настоящий теплоотражательный костюм. Равнодушным не остался никто. Я узнал, как работают пожарные, что они делают, где они учатся, как можно стать пожарным. После экскурсии я бы хотела стать пожарным для того, чтобы защищать людей, у которых проблема в этом, у которых пожар случился. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Школьники подчерпнули много полезной информации от тех, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. И навсегда прониклись уважением к людям этой героической профессии. И это очень сейчас важно. Они находятся в таком возрасте, что могут выбирать сейчас для себя профессию или видеть себя кем-то в жизни. И дети, и родители остались под впечатлением от увиденного, и все вместе поблагодарили инспекторов. Спасибо вам большое за интересную экскурсию. Ребятам очень понравилось. Я думаю, что если вы нас пригласите, мы всегда рады будем прийти к вам в гости. После окончания экскурсии ребята еще долгое время не расходились. Они до мелочей изучали представленные ретро-образцы и делились впечатлениями. Возможно, именно в этот день в душе какого-нибудь ребенка зародилась мечта стать пожарным. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.